Первый день Рождества будет снежным, ветреным и холодным. Ночью погодные условия в Латвии будет определять юго-западная оконечность циклона. На востоке страны зона осадков во второй половине ночи отступит, и только местами пойдет снег, а небо прояснится. На западе страны продолжится сильный снегопад. Местами высота снежного покрова увеличится на 10-12 сантиметров. Во время снегопада видимость упадет ниже 500 метров, на побережье возможна метель. Будет дуть западный ветер от слабого до умеренного. На морском побережье умеренный сильный северо-западный северный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, порывами до 20 метров в секунду. На большей части территории страны столбик термометра опустится до отметки минус 8, минус 13 градусов. Днем в Латвии будет облачно, местами выглянет солнце, временами ожидается снег. Днем температура воздуха поднимется до минус 2, минус 7 градусов. На побережье до плюс 1, минус 2, а в Риге до минус 2, минус 4.